Обзор специально на природе делаю. Жилет теперь в макрорежиме показываю. Вот сколько он весит, чтобы вы знали. сорок показал. Там 515. Так что вот так вот. Теперь смотрим. Прострочка, надпись наклеена, лямка идет. Вот так вот она прострочена до самого низа. Материал что-то типа вот как балонь. Все это сделано так. Внутренний кармашек со свистком. Свисток вот такой вот обычный. Индивидуальное средство спасения. Все как положено. Самое главное, видите, в бассейнах с высотой волны до 2 метров удаление 12 морских миль. Вот, не бурное течение. На реках с бурной водой до третьей категории сложности включительно. Ремни пряжки это понятно. Не ближе 1 метра сушить от открытого тоже, надеюсь, понятно. Синтетика все-таки. Как его использовать? Молодцы. Все указали. 100-140 килограмм. Выпуск стандарт. Вот такая вот. Теперь поехали ближе. Вот такой волнистый материал. Закреплен он вот здесь, и прострочка только здесь. Свободно вставлен. Здесь тоже, чтобы не ушел, свободно вставлен. Здесь поперечина. А здесь продольная волна. Как сделано. Кармашки закрываются. Молния вот такая вот обычная. Здесь такой кармашек. Основание вот такая вот, как балунь. Дальше идут вот эти завязочки, чтобы можно было стянуть. Теперь самое важное. Внизу, как сделаны ремни. Ремни сделаны вот эти утяжки. Видите, то есть очень большой размер можно сделать. Ремни вот эти. Здесь Fastex. Здесь тоже Fastex сделан. А нижний ремень сделан полукольцами. Мне, конечно, удобнее, если бы были Fastex. Сейчас попробую измерить, но это приблизительно. Какая талия может быть? Так, 27, 20 сантиметров, и вот этот вот кусочек тоже 20. Так, 20, 20, 40, 27, 67. Ну, как я и говорил, 130. Так что такой жилет. Думайте, сравнивайте, выбирайте. Всем пока.